Уважаемые зрители, сегодня я хочу вам рассказать об обыкновенной прогулке по лесу. Итак, мы просто вышли на прогулку в лес, и совершенно случайно мы просто наткнулись на лесную школу для совсем маленьких детишек и для детей начальной школы. Прямо посреди леса стоит объявление, что в этой школе рассказывают детям о природе, о разных видах деревьев, о животных, которые живут в этом лесу, как они выглядят, чем питаются. Рассказывают о лесе, о строении деревьев, что производят из дерева и почему деревья играют очень важную роль в нашей жизни. В школу может прийти каждый ребенок, и она бесплатна. Здесь дети на природе, в непринужденной обстановке, знакомятся с окружающим нас миром. На наш взгляд, просто здорово! Вам понравилось? Приглашаю вас познакомиться с другими моими фильмами.